Всем добрый день. Это Вока. Ева сегодня день рождения, и она с нами не сможет быть. Я сегодня расскажу, поделюсь точнее одни вещи, которые с нами сегодня произошла. Это вот наш питомец Денька. Сегодня он надкусил вот этот клей момент. И мы очень испугались, что с ним может быть произойти. У него пошла пена изо рта. Он начал все это отрыгивать, и мы думали, что все, мы его больше не увидим. Мы позвонили нашему врачу, Наталье Владимировне, и она вот что нам сказала. Говорит, вы возьмите энтеросгель. То есть мы взяли вот энтеросгель. Сейчас покажу, как он. Вот такой. Вот. Ну, это обычный человеческий. То есть, и мы взяли, ему дали внутрь туда. Залили. То есть он его съел с удовольствием. И потом, чтобы эта зараза не проникла внутрь, чтобы он все-таки наш питомец выжил, нам посоветовали еще купить вазелиновое масло. Это вот такое. То есть вазелиновое масло мы где-то 4 мл налили и туда им вставили в рот. Он это тоже выпил. Вот. И сейчас вот видите, спит, отдыхает, мой хороший. То есть надо действовать моментально. И старайтесь, чтобы вот эти штуки, когда дети что-то клеят, никуда не пропадали. Обязательно следите, потому что он очень вредный. И ваш питомец может погибнуть. Вот. До новых встреч. Всего хорошего.